Фукус – это многоклеточная водоросль из Белого моря, которая в своем составе содержит все минералы, какие только есть на свете, как и плазма крови человека, как и морская вода. Наверное, вы об этом слышали. Сразу хочу предупредить, что сухой, то есть высушенные водоросли фукуса работать не будут, так как их усвоение, то есть минералов из сухого фукуса, не превышает 1% из 100 возможных из-за наших возможностей ферментов организма. У нас нет ферментной базы для расщепления клеток цельного или сухого фукуса. То есть название, дорогие товарищи, это еще не все. Что это фукус, мол, значит любой фукус пойдет. Нет, важнее суть, то есть содержание. А вот как работает именно этот фукус в гелеобразной форме натив, вот этот, вы узнаете, прочтете по ссылкам, которые будут в описании под этим видео. Подробнее о фукусе, о его воздействии на здоровье, я прошу вас ознакомиться вот в этих трех моих видео, которые также будут даны по ссылкам под этим видео. Как и сколько его применять, все услышите в тех видео и прочтете под товарами на нашем сайте natgard.ru. Дело в том, что самая большая проблема у современных людей со здоровьем – большинство болезней вызваны именно тотальным дефицитом жизненно важных минералов из-за их недостатка в культурных, даже органических растениях, то есть во всех продуктах, так как почвы за последние 100 лет были истощены на редкие, но жизненно необходимые микроэлементы, в первую очередь, которые не вносились и не могут вноситься в почвы даже с минеральными удобрениями, а могут быть доставлены в почвы только с листовым опадом крупных деревьев. Собственно, как и формировались все почвы на нашей планете. Почему и как это произошло? Отчего такая беда? Как был нарушен обмен минералами в природе? Вы можете, кому это будет интересно, конечно, посмотреть в моем видео «Лес и почва». Итак, смотрите вот эти интервью, которые дали мне наши клиенты, такие же люди, как и вы, которые приходили ко мне на ярмарки, когда я их еще проводил, участвовал в них, и делились своей радостью со мной и со всеми зрителями. Ну а потом в конце я зачитаю, сам озвучу очень интересные письма. О фукусе расскажу вам такую историю, что к нам приехала свекровь, у нее разыгралась подагра. С вечера мы ей нанесли фукус, завернули это в пищевую пленку, и она с этим фукусом всю ночь спала. На утро не было никакого следа от подагры, не было отечности, не было раздутой ноги, были абсолютно две одинаковые, ровные, красивые ножки. Несмотря на то, что это даже был не чищенный организм, фукус способен за ночь снять такое серьезное воспаление, как подагра. И это действительно очень классный сорбент. Вот, поэтому я его принимаю, в принципе, вот 2 столовые ложки на ночь. И я думаю, что это просто, ну, на самом деле, панацея для большинства людей, у которых нету времени, чтобы чиститься, просто принимать даже элементарно фукус по 2 столовые ложки на ночь, и это уже будет очень классный эффект. Много лет назад, ага. Ну как много, лет 5 назад, ага. Я поняла, что у меня от креветок, которые выращены... Ну, на фермах, на гормонах. Фермах, и то есть на гормонах, я, ну, поняла, хотя корма. Всю жизнь, да, я ела креветки, обожаю. Я поняла, что у меня аллергия. Вот этим летом поехала на Кипр, захотелось креветок. Зашла в магазин, спросила у киприота, знаю язык хорошо, спросила, местные или привозные? Он мне сказал, нет, местные, таких креветок нигде нет. Да, да. Ночью просыпаюсь опять, начинают чесаться 2 ладони, покрываются просто волдырями. Вся покрываюсь волдырями. Тут я вспоминаю, что я с собой брала банку фукуса. Я быстрее 3 столовых ложки как навернула, и буквально, ну, часа через 2 все у меня все успокоилось. Ну, это вот действие сорбента. Я просто спаслась. Да? Я теперь, да. У меня этот фукус, знаете, как все равно, что я не знаю, как мама родная, я все время с ним. Заболело ли у меня колено, я намазала фукусом. Что-то у меня какая-то аллергия, я даже маски делаю для лица с фукусом. Ну да, да, конечно. Сделаю маски, намажу колено, внук подойдет и говорит, баба бе. Я говорю, баба не бе. Да? А баба красавица. Поэтому фукус это просто, ну, это, вы знаете, это действительно человек открыл такое для нас. А Юрий, да. Андреевич для нас открыл вторую жизнь просто. Благодарю. Все. Рад. Я хотела рассказать вообще всем людям, что есть такой замечательный препарат фукус гель. Вот он. Хочу рассказать свою историю. У меня периодически была такая ситуация, что щитовидка мало вырабатывала ТТГ.
все документально подтверждено, что ТТГ пограничное состояние, практически болезнь. Когда я начала принимать Native Focus, вот этот разные абсолютно, лечебный эффект одинаковый, после этого месяц пропьешь и ТТГ, и вообще все гормоны. То есть сдаете анализы, да, и гормоны в норме. А дальше как развивалось событие? Я не хожу к своему врачу, к эндокринологу, потому что когда она увидела, что у меня гормон ненормальный, она мне прописала гормон. Я не стала его пить, стала пить фокус, потому что другие врачи... Ну вот я поехала в Германию, пересдала гормон после того, как фокус пропила. У меня гормон нормальный, врач в Германии сказал, что пить не надо. Ну и сейчас как долго вы подряд уже пьете? Сейчас я уже, наверное, месяца три. Ну, я уже не пересдаю гормоны, не надо. Ну, просто пересдайте потом для интереса. Ну что ж, благодарим, очень рады, вас, потому что многие... очень сердечно благодарю за вашу деятельность, за просвещение людей. Спасибо большое. Это будет искренне от всей души. Пожалуйста, очень рад, потому что действительно потому приятно. Я с вами уже где-то 4-4,5 года. Ну, то есть... Смотрите мои лекции? Смотрю лекции, все лекции посмотрела. Благодарю, здоровья вам. Спасибо большое вам тоже. Добрый день. Добрый день. Вы сейчас подошли, взяли коробку фокуса, да? У нас. Вот. И как бы за кадром рассказали о себе историю интересную. Я попросил вас, не против ли вы сказать. Вы сказали, расскажите-то, пожалуйста. У меня проблемы с сердцем, проблемы со щитовидной железой. И у меня еще неприятность такая. У меня в правом глазу, в сосудиках холестериновые такие мелкие бляшки, которые, когда я смотрю на свет, это такое объемное черное изображение. Оно где-то толстое, где-то тонкое, оно все время плавает у меня, когда я поднимаю, опускаю глаза, и мне из-за этого плохо видно. Вот я только одну баночку съела фокуса. Во-первых, я почувствовала очень много сил, вот в себе сейчас пост, я пощусь. И вот несмотря на то, что у меня очень, так скажем, бедная белком пища, я, съев эту банку, почувствовала прилив сил. У меня сон стал лучше, и у меня прошли вот эти вот черные, вот эти вот, я не знаю. Прошли? А сколько они были до этого у вас? Много-много лет. Много лет. Да, вот сейчас я вижу, у меня нет этого плавающего, черного, объемного сна. Ну вот представьте, что будет, когда вы пропьете курс 3 месяца. Конечно, в идеале, то, что я вам рассказал, это комбинация сока проростка пшеницы, вот этого фукуса, спирулины дикой. Тогда человек получит вообще все питательные элементы, какие только на планете есть, кроме B12, D3, там витаминов, вообще все. Советую вам обязательно посмотреть мою лекцию «Дисбактериоз», потому что я там подробно все это объясняю, и ссылочки на другие видео, которые стоят, да, обязательно. А про воду я вам уже сказал, и вы прочли. И то, что будет просто фантастические результаты. У нас очень много было съемок, мы тоже постараемся ставить в этот сюжет для наших зрителей. Но я вас благодарю за вашу историю, потому что люди некоторые как... Ну, понятно, не верят, потому что рекламы много разные, и думают... Нет, я на себе ощутила без всякой рекламы. Я-то знаю. И поэтому у людей, у кого-то бывает... Знаете, я вот всегда говорю, чем у человека больше проблем со здоровьем, чем он старше, тем быстрее идет эффект видимый. Конечно, молодой человек еще не так быстро, он может не ощутить это сразу, но... Все мы имеем дефицит, особенно микроэлементов, огромный. Из-за этого огромное количество проблем. А фокус ликвидирует этот дефицит молниеносно. Поэтому у некоторых, когда в этом основная проблема его заболевания, то есть как главный фактор, ликвидируя эту проблему, человек сразу начинает чувствовать себя лучше. У некоторых, как у вас, с одной банки, но это редко бывает. У кого-то с 4, но с, скажем так, с коробки, с 15 банок, у всех. А скажите, пожалуйста, вот фокус, он для костей хорош? Это же минералы, это основа для костей. Я вот даже могу рассказать свою историю, свою ситуацию, когда... Угу. Я же потому что морепродукты-то не употребляю 12-13 лет, то есть у меня... может быть, дефицит йода был. Да, потому что он есть, да. Так или иначе. И у меня были кисты на щитовидной железе. То есть, мы как раз купили аппарат УЗИ, там, и говорю, вот, давайте мне сделаем щитовидный. Я сам не делал ничего. И посмотрели, кисты, по идее, там назначают всякие сразу же, там, йодомарины, там, и так далее, там, месяцами, годами. Так, там нет, еще все. И гормоны могут потом назначаться. Да, гормоны назначаются, понятно. А как раз поехал на выставку, смотрю, фокус, я как раз слышал, изучал эту тему, и вот так сложились... событие, что вот он попался как раз у вас. Взял пару баночек, буквально там за месяц их одну, она была вкусная, одну я съел. С курагой. Да. А вторая была отвратительная вообще. Чистый корректор. Чистый, да, я его не смог съесть.
Но в итоге я съел 1,5 банки, и через несколько месяцев мне делают УЗИ, сказали почти все кисты рассосать. Зовут меня Шевелева Ирина Андреевна, я закончила Алтайский медицинский институт. Давно уже занимаюсь именно альтернативной медициной, изучаю вопросы как раз именно продления жизни. 5 лет на сыроедении. Я сразу сочетала, конечно, воду и взяла вот чистый фукус. Я не люблю корректор. Потому что я знаю, что такое фукоидан. Мне надо, чтобы это все было прямо уже действующего вещества, которого как раз было максимально. Но я вам могу сказать, что получила я энергию, и вот самочувствие улучшилось. Просто ощутила. И от фукуса результат. Вот скажите, дочь, да. Она всеядная у нас, как мы можем сказать. То есть она любительница у меня. Все то есть, подряд. Все подряд. То есть у нас, как я всегда говорю, что нет пророка в своем отечестве. С кишечником проблемы, даже с учетом того, что делаем массаж, вот старославянский массаж. Ну, потому что он же не панацея. Да. Мне кажется, что это очень вкусно даже. Она, конечно, пьет и говорит, даже не вызывает у меня никаких чувств. На 3-й день у нее стал работать кишечник. Ну а теперь письма людей только избирательно, самые интересные. И только отдельные части писем я зачитаю, так как полные будет долго. Но если вы захотите, вы сможете их сами прочесть. Для этого в повторе видео данное запустите, ставьте на паузу и читайте, если это будет вам интересно, конечно. Данные письма взяты из-под моих видео о фокусе из сайта nadgard.ru из раздела «Отзывы». Кстати, потом «Отзывы» раздел на нашем сайте тоже можете почитать. Итак, поехали. Пишет Олег Валерьевич. Вначале благодарные мне слова за мои лекции, за знания. И человек пишет. Я являюсь фельдшером скорой медицинской помощи. Всю жизнь верил в исключительность традиционной медицины. Далее он перечисляет, какие у него болезни были. Там начиная от полипа в желчном пузыре до язвенной болезни и так далее, и так далее. И как он вылечился от этих проблем благодаря моим лекциям. Ну а далее пишет. Моя жена, пропив фокус, наш фокус, и спирулину, дикую спирулину, вылечила полностью гипотиреоз, по поводу которого ей также назначались гормоны, которые мы пить не стали. А сколько раз мне говорили, что вылечить все это невозможно. Ну и дальше благодарственные слова. Далее письмо. Анна пишет. Вначале тоже благодарность, а далее по сути. А сейчас хочу рассказать про фукус. Летом прошлого года у меня случился перелом стопы. Далее то, что она применяла и спирулину, и фукус. И вот фукуса я тогда съела, наверное, 5 банок друг за другом. И потом уже, когда сняли гипс, я съела еще 5 банок. С ногой у меня все в порядке. Все заросло и прекрасно восстановилось. А недавно я заметила, что у меня исчезли седые волосы. У меня их было немного, мне всего лишь 34 года. Но факт, они были, и они встречались то тут, то там. А сейчас их просто нет. Недолго думая, я поняла, что это на 100% фукус. Кстати, дорогие товарищи, об этом много приходит подобных писем. Сразу поясню. Дефицит минералов провоцирует в том числе и седину. Дело в том, что седина, как правило, это нарушение медного обмена в печени. Впрочем, о седине у меня было отдельное видео, и кто не будет лениться, кто узнает эту информацию и будет действовать по схеме, тот тоже сможет избавиться от седины, кого она, конечно, беспокоит, потому что есть и те люди, кому, в общем-то, на это наплевать, вот как мне, например. Ну и завершает Анна пишет. Так что фукус – это волшебник, рекомендую. Сама в ближайшем будущем планирую еще закупиться очередной партией вашего фукуса. Пишет Сергей. Сегодня первый раз съел до еды 50-100 грамм фокуса, и уже есть результат. Небольшие проблемы с суставами. Как бы заклинивал один палец и выщелкивал при прикладывании усилия. Боли нет. Сейчас заметил, что первый раз ничего не щелкает. А еще травма была. Заклинило всю спину и при физнагрузке резко и неудачно дернулся. 2 месяца назад еле ходил. Перекосило всего. Валялся 1,5 недели. Это протрузия. Сейчас все прошло. Спина и поясница не болит. Прокомментирую немного. Дело в том, что первое, на что действует фокус, это как раз суставы и кости. Крепость и эластичность. Питание этих тканей, вот что дает фокус. Помимо того, что он энтеросорбент прекрасный, помимо того, что он поставляет многие минералы, которые для любых органов и тканей жизненно необходимы. А дефицит, как я уже говорил, у всех людей есть, потому что почвы бедны, и бедны продукты ими. И это чуть ли не единственный вариант нашей современной жизни восполнить дефицит так необходимых нам микро- и макроэлементов. Но еще раз подчеркну, только из этого фокуса, который был сделан по бестемпературной технологии CO2 вакуумной экстракции, можно действительно получить и усвоить нашим организмом, вовлечь в биологический оборот, так сказать, эти
микро- и макроэлементы, находящиеся в хелатной форме. Дальше пишет Ирена. Здравствуйте, заказала фокус гастро, пропила 5 банок, то есть 1 месяц. Брала его, так как с 15 лет проблемы с желудком и с поджелудочной железой. Врачи мне так диагноз и не поставили, мучилась от боли, как будто кислоты выпила. И у меня она в животе прожигает дыру. А также была изжога долгое время и приступы кашля около года мучили. Оказалось, что сфинктер между желудком и пищеводом не закрывается, еда из желудка поднималась вверх, снова в пищевод. Из-за этого слизистая пищевода раздражалась, что вызывало кашель. Кстати, имейте, дорогие друзья, в виду, что вот причина часто кашля долгого – вот это. Когда я перешла на сыроедение, то эта проблема снова меня стала беспокоить с новой силой. Из-за этого стала срываться на вареную пищу, так как от фруктов боли снова возобновлялись. Но в последних своих лекциях я пояснял, почему из-за фруктов могут быть проблемы. Это связано с сахарами, конечно же. Далее, когда стала принимать фокус гастро, то боли сразу, в первый же день прошли, и я смогла есть любые фрукты. Теперь я думаю заказать еще 15 банок, чтобы уже по полной ощутить весь возможный эффект и пополнить организм всеми минералами. Благодарю вас, Юрий Андреевич, за такие прекрасные чудо-продукты. Совершенно справедливо здесь нужно сказать, что курс в идеале минимальный должен быть 3-4 месяца. 5 банок идет на 1 месяц. Любого фокуса, его 5 сортов. Йодси и биолам – это чистые, без добавления каких-либо вкусовых добавок в виде экстракта кураги, чернослива, для того, чтобы фокус было есть не так противно, потому что чистый, он имеет неприятный вкус. Хотя некоторые люди едят спокойно, и, собственно, дело тут не во вкусе, а в лечении. Тем не менее, комплекс гастро и детокс, они имеют более приятный вкус, чем чистый фокус, поскольку там есть добавки чернослива и кураги. Людмила Александровна пишет: Юрий Андреевич, здравствуйте, купила у вас баночку фокуса для свекрови, ей 87 лет. Перенесла в августе операцию по удалению грыжи с частью отмершей тонкой кишки. В больнице заставила потихоньку садиться и вставать. После выписки из больницы полная апатия, полное нежелание двигаться. Собралась тихонько умирать. Фокус кушает уже неделю по утрам 1 столовую ложку. Уже на второй день появилось желание вставать. На сегодняшний день ходит по квартире, обслуживает себя сама. Второй день как готовит себе по утрам завтрак. Если бы не травила себя мясом, хлебом и сыром, процесс реабилитации шел бы гораздо быстрее. Совершенно справедливо. Более того, я скажу, что фокусов в таких, тем более, ситуациях надо, во-первых, 2-3 раза в день и по 2 столовых ложки сверху. Вот еще письмо Надежды Сапрыкиной, читать я его полностью не буду. Пишет про своего отца, которому 65 лет, что он стал водородную воду нашу потреблять, тоже тема очень важная. Вот это мое последнее видео про водородную воду, непременно потом посмотрите, советую. Так вот, по 5-7 стаканов в день стал пить эту водородную воду, фукус, по 2-3 столовых ложки в день, сок проростка пшеницы и спирулину. Совершенно верно, это комплексный идеальный подход, о котором, кстати, я говорил в своем видео «Дисбактериоз». Вот там я прям говорил, как, что, с чем и почему. А у него варикозное расширение вен с молодости и прочие ноги, судороги в икроножных мышцах ежедневные, головные боли и холодные ноги. Теперь, благодаря водородной воде и фукусу, и суперфудам, ноги не мерзнут. Отеки сошли совсем, цвет кожи нормализовался. Судорог нет, головные боли прошли. И моя подруга тоже отметила улучшение. Ну и так далее, благодарит. Далее Татьяна Бородина пишет. У меня мама пенсионерка, 9 месяцев ходить не может, каждый шаг с болью и далее. Так вот, заставила ее по утрам пить водородную воду с этим фокусом. И ожила. Улучшение через, месяц. Я зачитываю, как есть. А результат пришел через 4 дня. Теперь она в шоке, говорит, не хожу, а летаю. И, мол, не может поверить. Ходит и прислушивается к каждому своему шагу и удивляется, что нет боли. И это как уже неделю-полторы. И да, мама у меня не верит абсолютно во все эти темы, потому не могу списать это на плацебо. Марина Семина пишет. Уважаемый Юрий Андреевич, ваши лекции внимательно слушаю. Очень интересно. Перешла на вегетарианство, видовое питание. Пью фокус, ем проростки пшеницы. Чувствую, что мне стало легче в плане здоровья. У меня проблемы с щитовидной железой. Анализы сдала. Показатели заметно улучшились. Холестерин пришел в норму. Спасибо за все. Раиса Кизим. Уважаемый Юрий Андреевич, сегодня познакомилась с фокусом. Эффект заметен буквально через 6 часов после первого приема. Надеюсь, он поможет привести в порядок щитовидку. Я проверила действие фокуса не только изнутри, но и снаружи. Кожа заметно преображается. Еще очень важный момент, что фокус я рекомендую наносить на кожу в качестве кремов, потом смывая, кожа, конечно же, становится гораздо лучше. А на четвертой баночке фокуса хочу поделиться впечатлениями. Во-первых, началась активная чистка организма. Во-вторых, стремительно уходит вес, даже без физических нагрузок. В-третьих, нормализуется уровень сахара и ощущается прилив энергии. Здесь
я хочу перерыв сделать, подчеркнуть. Совершенно справедливо. Еще одна важная функция фукуса – снижается сахар. Хочется меньше есть, а потому можно контролировать правильность приема пищи. Как следствие, уходит излишний вес, то есть жировая ткань начинает активно расщепляться. Далее. Все, кто принимает, наверняка заметили это. Но самое главное, уважаемые друзья, будьте бдительны. Оригинальный фукус в молекулярной форме представлен только на сайте Фролова Юрия Андреевича. Смотрите интервью с доктором Совой. Огромная благодарность создателям фукуса. Да, это очень важное замечание, дополнение. Дорогие товарищи, дело в том, что только фукус гелеобразной форме натив полностью сохраняет и передает человеку, организму, в легкой усвояемой форме все эти микро- и макроэлементы в доступной хелатной форме. Это связано с уникальной технологией производства. Ни один специалист, ни одна лаборатория мира за 40 лет попыток создать такой продукт, понимая, насколько ценны морские водоросли, особенно фукус, не смогли этого сделать, и смог это сделать только мой коллега доктор Сова. Интервью с ним тоже будет под этим видео. Смотрите, не поленитесь, все это очень серьезно. И скажу так. Права вот доктора Бутакова, которая говорила, что вот японцы, умные японцы, понимая проблему, вот то, о которой я говорю, бедности почв и растений, продуктов, в плане минералов в первую очередь, потребляют, чтобы получить все-таки эти минералы, необходимые для здоровой жизни, из 30 примерно продуктов, таких как молодые проростки папоротника орлика, которые они собирают на Дальнем Востоке, и так далее, и так далее. Но эту проблему можно решить не 30, а всего 3 суперпродуктами. Это фукус в гелеобразной форме натив, это сок пророст пшеницы в концентрированном виде. И дикая, я подчеркиваю, только дикая, а не лабораторно полученная спирулина. Как совмещать эти продукты? Как их принимать? В каком количестве? Взрослые, детские дозы. Все подробно я поясняю в своей лекции «Дисбактериоз» в первой ее половине. Непременно посмотрите это видео, ссылка будет в описании. Ну а приобрести этот фукус, не поддельный, именно этот, всегда свежайший, потому что его продается очень много, и производство работает на полную, как говорится, катушку, и всегда свежее сырье, вы можете только на нашем сайте nadgard.ru. Переходите по ссылке, прочтите информацию более подробную и приобретайте себе здоровье. Его действительно можно приобрести, в том числе потреблением этого уникального продукта. Я советую приобрести разные виды фукуса, чтобы потом понять, какие именно вам лучше, ближе по вкусу, по крайней мере, потому что свойства любого из 5 сортов фукуса натив одинаковые, лечебные свойства те же самые, но вкус отличается из-за разных натуральных, но добавок. А кто хочет чистый продукт, без сахара абсолютно, но без натурального сахара в виде фруктозы, потому что ведь чернослив и курага содержат природную фруктозу, а вот кто хочет без этого, чистый вкус, это фукус Йотси, и второй – биолам, где он пополам с ламинарией, другой уникальной водорослью. И, конечно же, помните про органический йод, которого нет ни в соли, да практически нигде. А это большая проблема не только с щитовидкой, а с многими системами гормональными нашего организма. Что ж, надеюсь, данное видео было вам полезно, помогло сделать правильные выводы и выбор. Помните, что от количества заказанного вами фукуса есть скидки. Настолько, насколько они вообще возможны. И помните, что цены за последние 2 года на фокус мы не повышали, а значит постоянно снижалась прибыль, так как растет, как вы знаете, все, от электроэнергии до запчастей того или иного оборудования, накладные транспортные расходы, производственные расходы и так далее, и так далее. И это сделано только по одной причине, чтобы как можно большее количество людей смогло оздоровиться этим фокусом. Ждем ваши покупки, ждем ваши интересные истории о излечении от тех или иных болезней благодаря этому уникальному продукту фокус в гелеобразной форме натив. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!